Биржевые котировки на дизельное топливо на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже обновили исторический максимум. И, скорее всего, этим летом мы встретим небывало высокие цены на солярку. Поэтому газомоторное топливо становится все более популярным среди перевозчиков. И, видя спрос, автозаводы делают предложение. Так КАМАЗ закончил разработку газодизельного тягача нового поколения. Он оснащен рядной шестеркой, которая запускается на дизеле, а затем частично переходит на метан. Газом может замещаться до 40% всего объема подачи топлива. При этом метан сегодня стоит около 20 рублей за кубометр. В ближайшее время модель пройдет процедуру обязательной сертификации. По предварительным данным, газодизельный тягач по мощности и моменту не должен уступить чисто дизельному, но будет экономичнее. Продолжим разговор об альтернативных источниках энергии. В 2016 году Mercedes анонсировал программу электрификации Actros, а сейчас, наконец, вывел серийную версию аккумуляторной машины. Любопытно, что немцы раздали несколько машин лояльным перевозчикам, которые безжалостно гоняли батарейную экзотику по дорогам Германии, Швейцарии, Бельгии и Нидерландов. Это позволило мерседесовцам учесть отзывы клиентов на ранней стадии. Самое удивительное, что, презентуя грузовую электричку, пресс-служба не опубликовала никаких технических данных. Обещано лишь, что товарный вариант превосходит тестовые по мощности, запасу хода и другим характеристикам. Нам это мало интересно, но европейской публике подробную информацию раскроют во время запуска производства машины. Последняя состоится во второй половине этого года. Fiat Ducato пережил обновление, а заодно заполучил аккумуляторную версию. Ко всем исполнениям, и дизельным, и электрическим, приладили светодиодную оптику и свежую решетку, а в салоне появился 10-дюймовый дисплей медиасистемы. Кроме того, фургончик по последней моде заимел руль меньшего размера, плюс дизайнеры расщедрились на свежие обивки дверей. Спинка сиденья центрального пассажира на время перекусов теперь готова выполнить функции столика. И, конечно, развозному итальянцу пришлось обрасти электроникой, включая адаптивный круиз-контроль и другие ассистенты. Также инженеры внедрили несколько зарядных разъемов, электрический ручник и систему бесключевого доступа. Обещано, что дизельные моторы стали немного экономичнее, но подробностей нет. Касается ли это российских версий, не сказано. Ведь пока московский офис Stellantis промолчал по поводу возможного выхода новинки на рынок.